Всем привет! По заказу интернет-магазина F-Magazine проведу видеообзор коробки от компании Ringstar, модель DM1620. Данная коробка сделана из прозрачного пластика. Она достаточно небольшая и имеет следующие наружные габариты. Длина коробки составляет 16,5 см, ширина 9,5 сантиметров, ну и высота коробочки составляет 3 сантиметра. Коробка имеет сглаженные края, очень эргономично лежит в руках. Сбоку имеется вот такой вот вырост, но я этими выростами не пользуюсь, не ношу я коробки на различных там карабинах и тому подобное, поэтому я вот эти выросты обрезаю. На нижней внешней части коробки имеются вот такие вот ножки, они идут или вот такого вот крестообразной формы, или округлой. Кстати, обратите внимание, что коробка сделана в Японии. Имеет она надежный механизм запирания. Легко и просто открывается и закрывается одним пальцем. Ну и вот так вот выглядит внутреннее убранство у коробки. Я вот две поперечные перегородки поставил. А вообще, коробка идет вот в таком вот оформлении, то есть имеется три поперечные фиксированные перемычки, ну и в комплекте еще входит 6 вот таких вот съемных боковых перемычек. Заметьте, что в нижней ячейке установлена одна такая вот поперечная перемычка, которая фиксирована. Внутренние размеры конкретной ячейки, например, вот этой, составляют следующие значения. Длина 16 сантиметров, то есть максимально в эту коробку можно положить, например, приманку длиной 16 сантиметров. Ширина вот этой ячейки составляет 2 сантиметра, ну и высота 27 миллиметров. Соответственно, мы можем хранить в данной коробке, как, к примеру, различные балансиры, ну или вибы. Это если мы, например, практикуем зимнюю ловлю. Ну вот, отлично помещаются небольшие балансиры вибы. Также можно помещать и различные силиконовые приманки, ну и тому подобное. Коробка достаточно компактная, поэтому и приманки, которые в ней лежат, также должны быть достаточно небольшого размера. Коробка весит достаточно мало, меньше 100 грамм, ну а если быть конкретнее, вес составляет у ней 96 грамм. Коробка сделана очень качественно, используется качественный пластик. От коробки прямо веет надежностью, прочностью. При этом цена данной коробки достаточно небольшая, хоть она и сделана, напомню, в Японии. Приобрести коробку Ringstar DM1620 можно в интернет-магазине F-Magazine, ссылку оставлю внизу под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем спасибо за просмотр, всем пока!